Приветствую на своем канале Инспектор Гаджетов. Давненько не было видео на моем канале. Связано это с тем, что болел, просто физически не мог снимать новые видео. Как видите, скопилось довольно-таки много разных интересных гаджетов, девайсов. Вот. Но в ближайшее время еду отдыхать в славный город Одессу. И опять же не будет у меня возможности снимать новые видео. Поэтому, ребята, придется немножко подождать. Вот. Но, как видите, есть о чем снимать новые видосы. Есть довольно-таки интересные, необычные гаджеты. Есть гаджеты, на которые вообще нет еще никаких обзоров. Планирую после возвращения снять много коротких таких, можно сказать, распаковочек, быстреньких обзоров, чтобы компенсировать вам, снять как можно больше за короткий промежуток времени. Поэтому наберитесь терпения, и где-то в середине августа вас ждет целый поток, целая куча новых видео на моем канале. Еще раз повторюсь, то, что вы сейчас видите, это далеко не все, это даже, наверное, не половина того, что в принципе планируется, да, кстати, забегая вперед, определенные новиночки, такие очень интересные будут телефончики, очень интересные, очень новые, и надеюсь, что я сниму обзоры одним из первых на данные аппараты, но это все такие вот анонсы, сюрпризы, поэтому не буду сильно вдаваться в подробности. Еще раз повторюсь, середина августа, и целый поток новых интересных видео вас ждет. Поэтому не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Всем пока, спасибо за просмотр.